Я, честно, не знаю, как нужно поступить нашему правительству там, России вот, в ситуации на с юго-востоком украинским. То есть, понятно, что все, что происходит, это происходит как провокация нас на военные действия. И каким должно быть правильное решение, я даже вот ума не приложу. И смотреть на это со стороны становится уже просто страшно и опасно. И вмешиваться, будет ли это решением ситуации. Война никому не выгодна. Я имею в виду простым людям, странам, да, глобально. Я не говорю о бизнесменах или там, о высоких политиках. То, что в результате Третьей мировой войны нас не будет, ну, всем понятно.